Привет, дорогие друзья! Приветствую вас из Вязников опять. Второй день путешествия. И он у нас начинается с посещения кафедрального собора Воздвижения Креста Господня. Дата постройки его 1794 год. И длился он практически около века, постройка храма. Что-то пристраивалось. На территории кладбища находится. И здесь хоронили Великую Отечественную войну солдат. Здесь братские могилы есть. И, друзья, это единственный храм, который не закрывался в советское время. Давайте по традиции обойдем территорию.